Важной вехой в отношениях между Дублином и Лондоном стал первый в истории государственный визит ирландского президента в Великобританию. Почти сразу же по приезде в британскую столицу Майкл Хиггинс попал с корабля на бал. Во вторник вечером он был почетным гостем на банкете, который дала в его честь Елизавета II. Среди приглашенных был и бывший лидер ирландской республиканской армии Мартин МакГиннес. «Мы, ирландцы и англичане, постепенно становимся хорошими соседями и лучшими друзьями», сказала британская королева. «В настоящее время нет более близких рабочих отношений, чем те, что у нас сложились с Ирландией». Перед банкетом в Виндзоре Майкл Хиггинс выступил с речью в британском парламенте. «Боль и жертвы, которыми сопровождалась борьба Ирландии за независимость, не могли не омрачить наши отношения», — сказал он. «Мы осознаем, что такое было в прошлом, но от этого лишь с еще большей искренностью приветствуем значительные достижения нашей сегодняшней реальности — взаимоуважение, дружбу и сотрудничество между нашими странами, между нашими народами». Приезд Хиггинса стал ответом на визит британской королевы в Ирландию в 2011 году. Визит, ознаменовавший начало примирения двух народов с общей историей, поставивший их некогда по разные стороны баррикад.